вся территория у нас просто как бы однородная, земли заповедного назначения. И, как и в любом другом заповеднике, выделены участки, называемые кордонами, для того, чтобы ограниченную хозяйственную деятельность на них можно было вести. А, ну они разные. Главное, что по ширине основной мозоли передней лапы я сфотографирую, потом науке отдам, они уже смогут посмотреть, какой-то знакомый медведь по размеру или нет, соответственно. Если честно, я первый раз в жизни так близко вижу след медведя. Вот мы так сделаем. Это значит, у нас границы мозоли на передней лапе. Еще раз давайте приложим зажигалку так ровненько и сфотографируем. А есть размер, когда можно четко сказать, что это определенного пола животное. Спугнули? Да. Услышал машину и прибавил газ. Скорость прибавил. А ему по дороге так, быстрее. Ему быстрее, конечно. Он дурак, что ли. Так что, ушел, да спрятался, смотришь и Но он, скорее всего, где-то ушел и спрятался. Просто интересно, где. Ну вот опять побольше расстояние, потом он остановился. Посмотрел, послушал, может быть. Вот здесь опять пошел довольно широко. Добрый день, меня зовут Анна, мы с вами находимся в Ленинградской области на юго-восточном берегу Ладоги, и вокруг нас прекрасные сосновые леса Нижнесвирского заповедника. А Нижнесвирский заповедник — это старейший заповедник Ленинградской области. В прошлом году нам исполнилось 40 лет, это наш такой юбилей, и мы являемся одним из заповедных островов нашей страны. То есть, если мы посмотрим с вами на карту России и нанесем на нее все территории, на которых охраняют природу, изучают ее, то есть это особо охраняемые природные территории, нанесем на нее заповедники, национальные парки, заказники региональные, федеральные, природные парки, памятники природы и, может быть, даже какие-то совсем маленькие участки, на которых изучают природу и охраняют ее, то у нас появится такая карта закрашенных точек, карта островов заповедных, на которых именно природа господствует, а человек старается не мешать ей, не мешать естественным процессам, а только изучать их и по мере своих сил показывать эту природу посетителям, рассказывать о ней заинтересованным людям, таким как вы, и взаимодействовать между собой. То есть все заповедные острова, скажем так, все заповедники, все национальные парки, они, конечно, работают в единой системе и с едиными целями. Ну, то есть вот просто вот эти ходы, которые сейчас относительно заросли, да, но все равно не прослеживаются, это те места, по которым бобры таскают себе растения из леса. Не строят сейчас плотины наши бобровые семьи, просто живут в норках. Плюс еще наши бобры не строят хаток, у них норы в берег внутрь просто уходят. Это все наши человеческие следы. Поищем не только наши. Если вы когда-то на илистой почве или на влажном песке увидите такую забавную перфорацию, то есть наличие многих-многих дырочек в одном месте, посмотрите еще раз повнимательнее вокруг, возможно, вы и следы увидите. Это следы того, что кулик добывает себе пищу, засовывая клюв в мягкий ил, в мягкую почву и добывая оттуда беспозвоночных животных. А на какую глубину они клюют? А на длину клюва кулика, такой собственно. Длинный? Ну, это не длинный, вот у перевозчика, это короткий. 5 сантиметров? Примерно. Угу. Да, если это кроншнап, соответственно, ну 25, да. И поехали дальше. А Нижнесвирский заповедник охраняет не только территорию, то есть имеет не только наземную часть, но и акваторию Ладожского озера тоже. На удалении 2,8 километра от берега простирается заповедная акватория, то есть заповедный режим охраны территории, в котором нельзя присутствовать без разрешения, нельзя ловить рыбу и так далее, и так далее. А почему для нас очень важно иметь эту акваторию в составе заповедника? И почему мы очень рады и очень гордимся, что она у нас есть? А дело в том, что, во-первых, в Ладожских водах обитает редкий эндемик. Это тюлень, ладожская нерпа, пресноводный наш тюлень, ужасно нами любим. Вот. И, конечно, мы бы хотели, чтобы как можно больше прибрежных вод было свободно от вмешательства человека и доступно нерпам,
а их очень мало осталось, ладожских нерп, для того, чтобы спокойно жить, охотиться на рыбку, воспроизводить себе подобных, то есть рождать и воспитывать детенышей. А также очень здорово, что акватория охраняется по одной простой причине. Непосредственно по берегу здесь каждый вечер очень оживленное шоссе, прям федеральная трасса. То есть здесь по песчаным пляжам Ладоги, пересекая вплавь лесные речки, проходят все животные нашей территории. Здесь ходят медведицы с медвежатами, здесь проходят волки. Осенью волки выходят сюда делить территорию, потому что прекрасно распространяется звук, и можно очень здорово повыть, и все другие стаи испугаются и не будут претендовать на нее. Здесь, естественно, бегают зайцы, здесь ходит енотовидная собака. И представьте себе, если бы со стороны воды могли находиться какие-то люди, которые желают этим животным не совсем добрых дел, которые хотят им навредить и готовы пойти на это. Конечно, животные, находясь на заповедном берегу, вообще-то были бы беззащитны. А так у них есть еще почти 3 километра охранной зоны, и они могут чувствовать себя совершенно спокойно. А как я сказала, основные перемещения по берегу происходят в сумеречное время, то есть вечером или ночью. Но как же мы тогда узнали, как же мы можем быть уверены, что здесь столько всего происходит, когда мы глазами, в общем-то, этого не наблюдаем? Ну, тут нам помогает, во-первых, навык следопыта. Ты выходишь утром на пляж и читаешь следы, как открытую книгу. А во-вторых, конечно, на помощь приходит техника. А на берегу устанавливаются в определенных местах специальные аппараты, они называются фотоловушки. Они могут быть настроены как на съемку фото, так и на съемку видео. И вот те кадры, которые вы сейчас видите, сняты именно на нашем заповедном побережье. Вы можете убедиться, что действительно животные его используют в разное время года, в разное время суток для осуществления своих очень важных дел. Попить водички, поесть травки и так далее. Значит, чтобы собрать птиц, которые попадают в большую ловушку, нам нужно ее пройти насквозь. То есть мы должны зайти прямо внутрь. И таким образом мы собираем всех птиц, которые осели на кусты или в траву вниз ловушки. Как бы мы их заставляем продвигаться вперед, и уже потом с приемника сможем их достать. Когда мы идем, можно слегка пошуметь или похлопать. Вы можете идти по бокам от меня. Широким фронтом, так сказать. Жаба, что ты здесь делаешь? Так, жабу потом выведем из ловушки обратно. Не наступите на нее, пожалуйста. Вш. Вон. Ну вот птица от нас сама улетела вперед. И сейчас она прыгает в приемнике. Проходите аккуратно. Птицы у нас попались вот в так называемый приемник. То есть это сетчатый кубик, которым завершается большая ловушка. И мы их оттуда достаем просто руками, держа определенным образом. И каждую птичку, кошмарные слепни, и каждую птичку складываем в отдельный пакетик, чтобы... достать птицу, я должна повернуть приемник к себе и аккуратно. Каждую птичку мы берем между пальцами за шею. Вот, то есть я ей не сжимаю ни спину, ни грудь, ни живот, а держу ее только за шею. И так, хоп, переворачиваю, отпускаю. Она у меня падает в мешочек. Мешочек затягиваем, завязываем.
и весим на руку. Все. Таким образом, птица при транспортировке находится в свободном для нее положении. Она в мешочке спокойно лежит. У нее там ничего не затекает и все такое. И мы исключаем из... Ну, такую опасность мы исключаем, как возможность непроизвольного сжатия руки, если что-то случилось. То есть мы, например, запнули, где-то упали или испугались чего-то и схватили автоматически руку сильнее. То есть мы повредили птицу. А здесь мы спокойно несем их на руке, и ничего с ними не происходит. Так, ну вот мы подошли к домику кольцевания. Заходим, чтобы оказаться на месте орнитолога и окольцевать птиц. Так, достаем птицу из мешочка, чтобы она при этом у нас не улетела. И держим ее опять соответствующим образом. То есть у меня между пальцами помещается шея птицы. Вот таким образом остальными пальцами я ее не держу совсем. Как вы видите, она спокойно дышит при этом. И у птиц из-за их легочного и дыхания с использованием воздушных мешков очень важно как раз вот эту часть тела не сжимать. То есть очень хрупкий у птиц скелет и очень нежные эти воздушные мешки, мы их не должны повредить. А держать птицу за шею, она защищается. Держать птицу за шею безопасно, потому что в шее у нас проходит позвоночник, трахея, которая тоже укреплена хрящами. И там, допустим, сосуды и нервы, они настолько маленькие, что мы их таким образом никак не пережмем. Вот, поэтому это самый профессиональный способ держать птицу. Чтобы надеть на птицу кольцо, я должна знать, что это за птица, потому что кольца имеют разный размер. Вот есть самые тоненькие на прозрачной нитке, есть кольца побольше на синей нитке, а есть еще потолще на желтой нитке, и есть совсем толстые на коричневой. И есть кольца-гиганты, вот они на стене наверху висят, для хищных птиц, для орланов. Вот смотрите, есть у нас такого размера птичка, а есть вот такого размера кольцо. То есть у каких-то, это значит, что у каких-то птиц, да, у хищных или у водоплавающих, нога вот такого диаметра, да, под это кольцо, вот такого размера. Ну и сравните ноги этой птицы, она вся в это кольцо может целиком быть засунута. Вот. То есть, чтобы избежать таких неловких ситуаций, когда мы на эту мелочь надеваем такое кольцо, мы должны знать вид птицы хотя бы примерно, прежде чем это кольцо надеть. По-хорошему, конечно, кольцевать нужно только, когда ты уверен в виде абсолютно. Но давайте пока придержим эту интригу. Я беру для птицы в руках самое тоненькое колечко, поэтому оно зажимается руками, то есть для него нет прибора специального закрывающего. Я должна зажать кольцо руками, зажать его стык-стык, чтобы там не осталось щели, и чтобы не произошло закрытие кольца внахлёст, да? То есть чтобы не образовалось никаких неудобств для птицы. Вот я с этой задачей справилась, смотрите, что получилось. Тихо-тихо, малыши. Есть микролапка птички, есть на ней кольцо надетое, и оно свободно крутится вокруг ноги. Для чего это нужно? Во-первых, чтобы птице, ну, не доставлять дискомфорт. Во-вторых, если кольцо крутится, то прослойки воздуха между ним и ногой достаточно, чтобы птица не замерзла зимой, или если она летит где-то высоко в холодном воздухе, тоже, чтобы она не замерзла. Так, ну теперь наконец к виду, потому что первым пунктом в моей ведомости стоит определение вида. Это, конечно, пеночка. Вопрос в том, какая. У пеночек для определения вида мы должны открыть крыло и посмотреть на так называемую формулу крыла. Используем, если сомневаемся, используем разную литературу, чтобы себя проверить. Сейчас я вам покажу, что такое формула крыла у птиц. Вот, если мы представим крыло на схеме, как будто вот оно открытое, расположим все перья схематично, мы можем сравнить их длину между собой. Можем сравнить какие-то соотношения между определенными там перьями. И вот будет такое описание называться как раз формулой крыла. Смотрим с вами на наше крыло.
Считаем перья маховые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У нас получается пока тиньковка. 66 длина крыла. Вполне себе похоже на правду. Вырезки на шестом маховом. Нет, да нет, весничка. Хотя с темными ногами очень нетипичная весничка. 16 июля. Ловушка первая. Мы с вами поставили в 4.45. Ах, так, ну и смотрим, что у нас происходит. Если мы подуем на птицу, мы увидим, что у нее с пером, с оперением. И вот смотрите, видно, что куча перьев растет. Жира, естественно, при этом нет. Вот кожа не желтого цвета. Кожа у птиц очень тонкая, и под ней будет сразу видно, что отложены запасы жира. Что касается вот этих растущих участков оперения. У нас есть, во-первых, наша книжка «Линька воробьиных птиц» настольная для нас, и не только для нас. Из нее сделана краткая выжимка по стадиям линьки. Мы здесь сейчас с вами найдем трохилюс. Вот низ, спина, да, линяет. Добавляется голова, шея, но не ухо. Проверяем. Значит, мы останавливаемся на том, что это пятая стадия. Так, пятая стадия линьки. Птица практически уже выглядит как взрослая. То есть у нее маховые рулевые выросли, перья крыла хвоста, дорастает только контурное оперение. Определили. Крыло я в процессе уже померила, хвост я померила, но забыла, померяю еще раз. 51. Все, теперь взвешивание и выпуск. Засовываем в них птичку. 8,88 грамма. Округляем. 8,9 у нас до десятых долей грамма пишется. 8,9. Все. Этот малыш готов улетать. Отправляем ее сюда. Опа. Все, ушла молча, даже не поругалась. Вот так. И берем вторую теперь птицу. Ага. Чекан взрослый, знакомьтесь. Ужас. Вон все перья растут, смотрите. Маховые растут. Угу. Кроющие растут. Вот. Угу. Хвост выпал, растет. Да. Что это за огрызок птицы нам попался? Самец, который отгнездился и теперь может заняться собой и привести собственное оперение в порядок. Вот так выглядит приведение оперения в порядок. Смотрите, по цвету черные перья новые растут, свежие, да? Коричневые такие, это старое перо. Они еще выпадут. Все коричневые заменятся на черноту. Почему? Да просто они выгорают за время носки, за год. Бедный, тяжело тебе линять. Давай тебя опишем. Начиная с этой серии колец, мы уже можем пользоваться специальным зажимателем, который позволяет нам закрывать кольца на ноге очень ровно. То есть кольцо вкладывается в прибор, а затем зажимается. Вот, и получается идеально закрытое ровное колечко. Стык в стык и без щели. Я считаю стадию линьки, она считается по тому, какое маховое перо сейчас растет. Значит, маховые у воробьиных заменяются из центра. Выпадает десятое первым и как бы движется в эту сторону, десятое к первому. А с одиннадцатого, наоборот, центра стремительно, с одиннадцатого и дальше. Вот. Я посчитала, первое маленькое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, вот они старые, седьмое маленькая кисточка, восьмое, девятое, десятое. То есть у нее от десятого, если отсчитать, четвертое перо пошло расти, пишу четвертую стадию. 15, 3, уже что-то. Да, Татьяна Адольфовна, я отдаю вам чекана. Татьяна Адольфовна будет промерять длину растущих перьев, чтобы узнать скорость роста пера. Татьяна Адольфовна, зачем вы, что делаете? Да мне очки нужны. Очки, вот. Основная идея такая, что линька начинается у воробьиных птиц, ну и не только у них,
большинства видов, с внутреннего первостепенного махового. Соответственно, пока растет это внутреннее первостепенное маховое, если мы точно знаем формулу, по которой линия к крылу, мы можем считать точно дату начала линьки. Если мы имеем линьку уже нескольких маховых, и при этом растет десятая, то, соответственно, мы можем узнать точно дату выпадения каждого из этих маховых и получить темп в целом линьки. Да? Угу. То есть мы как бы получилось, что если вот сколько тут растет? 4 пера, да? Это то же самое, что если бы мы 4 раза отловили одну и ту же птицу вот в начале каждой и получили таким образом общий интервент в линьке. То есть нам не нужны дополнительные повторные отловы тогда, да? Ну вот в ходе как бы исследований стало ясно, что не сама миграция, сроки там или дальность перелета, которые дают и направление, место зимовки, дают кольцевание. Ну и вообще прежде всего и самый большой интересный материал получается при изучении всего, всей ритмики околовидовой, да? А миграция – это, конечно, это главная адаптация к существованию птиц на пространстве ареала. У каждого вида свой миграционный путь, свои места остановок во время миграции, свои места линьки, свои места зимовки. Да, очень интересные популяционные особенности. Да. Да? Они нам дают представление о, с одной стороны, адаптации, а с другой стороны, о микроэволюционных всех процессах. Как вообще вид существует на пространстве ареала? У нас даже была программа ЮНЕСКО «Вид в пределах ареала». Да? Были модельные виды. Большая синица, полевой воробей, там, лебедь-шипун. У нас была первая программа, это полевой воробей. И мы собирали данные по всему Советскому Союзу. Да, это еще было 70-е годы. Вот. Соответственно, чтобы понять, да, вот, каковы адаптации, почему вид существует на таком пространстве, как он приспосабливается к такому огромному спектру внешних условий. На пеструшке можно показать вот эту копчиковую железу. То есть единственная железа, которая есть у птиц, это у нее всех копчиковая. Вот она, такой сосочек на копчике. Вот. Это, ну, этот факт, что у птиц нет желез, кроме нее, динозавровое наследие, то есть рептилийный признак, когда кожа сухая и практически без желез. Вот. У части птиц, причем это могут быть даже птицы, связанные с водой, ну, например, бакланы большие, у них нет этой копчиковой железы, поэтому у них оперение намокает, поэтому баклан сидит, сушит перья, так раскрыв крылья. Вот. А у всех птиц, у которых копчиковая железа есть, она, секрет ее используется для смазывания оперения, чтобы, вот, паразиты птичьи, чтобы вода по оперению стекала. И, соответственно, если вы видите, как утка, например, ковыряется где-то в районе спины, а потом начинает клювом смазывать крыло, и мелкие птицы делают то же самое. Это как раз та ситуация, когда они выдавливают секрет из железы и потом распределяют его на все оперение. Мы от копчиковой железы измеряем длину хвоста, то есть мы упираем линейку 54 миллиметра, вот тут доходит хвостик пера до 54. Так, взвешиваем дружочка нашего. 12,6. И отпускаем. Все, улетел. Не обещал вернуться. Это желторотик, у него даже вот еще около ротовые валики желтые остались. Но дерзкий. 39-е кольцо. У него еще растут рули, поэтому два нижние кроющие. Так, тут у нас сейчас хайвей в три доски. Раньше было хуже, а сейчас хайвей.
Вот можно здесь посмотреть, в принципе, тоже на вторую нашу ловушку. То есть принципиально одинаковые конструкции, но по биотопу, в котором они стоят, сильно отличаются, хотя стоят они на очень небольшом удалении друг от друга. Соответственно, отлавливается разный состав птиц. То есть там это более такие открытых пространств, чеканы, трясогузки. Ну, вьюрковые везде ловятся во время пролета. А здесь очень много всегда славок, пеночек, вот таких ребят. Вот здесь наш волонтер, сходя с этих мостков, столкнулся с барсуком. Барсук шел, опять же, этого еще ничего не было весной. Он шел вот перпендикулярно по берегу, а волонтер шел по мосткам. И они натурально тут притормозили и не поделили перекресток. Барсук притормозил, развернулся и дал дёру. Студент решил, что он не будет его беспокоить, и тоже отошел. А потом говорит, я думаю, а что, я пойду хоть следы посмотрю, возвращается. И барсук возвращается. И тут он говорит, включил пятую, значит, решил проскочить первым и удрал, потому что невозможно больше. Здесь когда-то была скамеечка, но ее тоже смыло. В середине лета, конечно, чувствуешь себя здесь в тропическом лесу вообще. Да, в кустах обычно не видно. Одни стрекозы. Большая стационарная ловушка организована таким образом, что есть определенный каркас из столбов и тросов, которые с одной стороны эти самые столбы поддерживают, с другой стороны к ним крепится канат уже самой сети. Этот каркас остается стоять постоянно, зимой и летом, а вот сетка, которая на этот каркас натянута, функционирует только в период работы орнитологической станции. То есть на зиму вот эти тросы отцепляются от столбов и металлических тросов, кладутся на землю, все это дело скатывается в большой ком, и ловушка на зиму убирается. Значит, оставлять ее на зиму никак нельзя. По одной простой причине, что сетка, когда намокает и обледеневает, когда на нее налипает снег, она становится невероятно тяжелой, она просто уронит всю эту конструкцию моментально. Вот. Поэтому, когда мы работаем осенью, а работаем мы до конца октября, всегда проверяем состояние ловушки именно на предмет того, не произошло ли обледенение сети, не нужно ли ее уже класть, то есть что она уже не может выполнять свои функции. А принцип этой ловушки, почему в нее попадают птицы, очень прост. Птицы летят массово. В данной местности генеральное направление миграции юго-западное. И когда они летят большой стаей, просто часть этой стайки нижней автоматически отсекается ловушкой. То есть, когда птицы попадают внутрь сетки, в так называемые входные ворота, в первые, они еще не соображают, что они попали в какое-то ограниченное пространство. Они просто продолжают лететь вперед. Когда ловушка сужается и становится более тесно, птица начинает понимать, что она куда-то не туда залетела. Она, естественно, инстинктивно пытается развернуться. Но при этом, если она чувствует преграду, стенку, она разворачивается также вдоль нее и летит обратно, чтобы чувствовать эту преграду, чтобы понять, когда она закончится. И в этот момент птица натыкается на так называемые карманы или ложные стенки. То есть она упирается в еще одну преграду. Что делает птица? Она говорит, ну ок, разворачивается еще раз и продолжает лететь туда же, куда она раньше летела. И в итоге она попадает вот в этот приемник, маленький сетчатый кубик. Приемники у нас вот такого размера. Вот. И одновременно в нем может находиться несколько десятков птиц. То есть осенью в период интенсивного пролета 30-40-50 птиц сюда набиваются вместе. И при этом каждый из них может шевелиться спокойно, то есть раскрыть крылья, сидеть в той позе, которая более-менее удобна, несмотря на такую тесноту внутри. Вот. Что, конечно, дает огромное преимущество и является очень щадящим по отношению к птицам. В отличие от других каких-то орудий лова, как путанки или там какие-то
маленькие там бойки, индивидуальные ловушки и так далее. Сова, конечно, предпочтет остаться вот здесь, в последнем отсеке. Для этого там лежит сачок. Если ты идешь, проверяешь ловушку, видишь, что сидит сова такая красивая на стене, здоровая. Она любит сидеть на стене, расправив крылья. Там уральская неясыть, например. Ты ее собираешь сачком или просто руками со стены и выносишь через дверку. То есть сюда ее не обязательно пихать. А поскольку на ночь приемники снимаются, они пролетают насквозь. Если оставить приемник, то и пройти ночью проверить, то в последнем отсеке и в приемнике все будет говорить ци-ци-ци-ци, летать вокруг тебя. И да, их можно таким образом также изучать на самом деле. Ну, опосредованно. Конечно, это не специфический для них метод, но почему нет? Линька начинается всегда в контурном оперении, то есть вот это мелкое, то, что прикрывает основное туловище и голову, с центральных участков в каждой птерилии. Да? Вот в данном случае мы видим грудной отдел брюшной птерилии. Он состоит из двух веточек вокруг брюшной аптерии. Вот она тут в центре аптерии. Видите, лишенные перьев, только маленькие пуховидные перья ее покрывают. Ну, а в птенцу нарядь вообще. И вот вторая веточка этой же брюшной птерилии. А это раскрывающиеся перья? Вот это да, это в стадии маленьких кисточек у нас балл 2, скажем. Да? Мы фиксируем балл растущих перьев. В данном случае линк только начинается. У нас в основном птицы зимуют в Африке, конечно. В Юго-Восточной Европе большинство. Ну, я сейчас про воробьев, да, то, что мы вот как было. Наш регион вот тут цветом выделен, таким рыжеватым, да. А зимовки, вот, деревенской ласточки, находятся на юге Африки. О чем нам говорят возвраты? Но это кольцевание, видите, кольцевание красным на картах обозначено, зеленым встречи уже находки окольцованных птиц. В основном африканцы здесь кольцевали, а мы получали возвраты. Я привязана? Но тут сейчас уже ничего не будет, они формально постоят 12. Мы, в общем, собрали все, что могли с этого. То есть самая большая активность как раз вот с 4 утра и до 7 где-то, да? С 5 до 7, да. Как жарко становится, да? Прям парит. В сетках пусто. В общем-то, отловы закончены, считайте. Все? Да, самые. Страдаем от жары? Да. Спим, едим, страдаем от жары. Какого бы размера у нас ни было кольцо, информация на нем написана стандартная. Во-первых, написан город, это нижняя строка. У нас здесь написано Москва. Это означает, что центр кольцевания в России один, он находится в Москве. И каждый, кто обнаружил это кольцо, может загуглить или он знает, что именно в Москву. То есть нужно нагуглить, типа, Bird Ringing Center Москва. А именно в Москву нужно сообщить о находке конкретно этого кольца. И все российские кольцеватели кольцуют со словом Москва. Да. Помимо названия города, на кольце нанесен буквенно-циферный шифр. То есть вот конкретно здесь мы видим латинские буквы T и C. И дальше номер 09429. Да, следующее кольцо вы видите 30 на конце, 31, и так пошла сквозная нумерация. В этом смысл именно индивидуального мечения, то есть присвоение уникального знака каждой птицы. И так мы можем быть уверены, что пойманный где-то, ну, допустим, серия Т это на дроздов кольца, пойманный где-то дрозд точно наш, то есть этот номер не повторяется в мире. Наш центр кольцевания входит в европейскую систему, ну, европейский, скажем, союз кольцевателей, вот. И для него кольца изготавливает польская фирма. Она же следит за тем, ну, она следит за тем, чтобы присвоить каждой стране определенный буквенный шифр, определенные номера, и как раз это не перепутать.
Идея такая, что Москва, например, говорит, нам нужно, я не знаю, 100 тысяч колец серии X, и поляки говорят, окей, первая буква X, дальше мы вот вам это присвоили, номера у вас такие-то, пожалуйста, это вам. И у них уже зарезервирован этот номер под Россию. Получается, что в России вообще не производятся официальные кольца, только за границей, только в Польше. Да, Польша поставляет кольца для... Для всего мира? Для европейских центров кольцевания точно. Ползуба даже не дам, что абсолютно для всех. Может быть, у них есть какая-то партнерская фирма. Но то, что у них хранится как бы вот эта база распределения номеров, это да. Даже на самом маленьком колечке, сейчас у нас это серия V, написано то же самое. Две буквы, пять цифр и надпись «Москва». Есть одно исключение, в случае которого можно снять кольцо с ноги. Если мы видим, что оно закрыто неправильно и травмирует ногу птицы. Допустим, оно закрыто щелью. Или оно перекосилось, или закрыто внахлёст. Переходим к инструментам, которые в таком случае используются. Для того, чтобы снять неправильно зажатое кольцо, у нас есть разжиматель колец. Штука, на которую мы нажимаем, а она кольцо раздвигает. Раз, кольцо раскрылось. Да? То есть, если внутри будет нога птицы, мы ее освободим совершенно спокойно. А другое дело, когда нам нужно на ногу птицы кольцо надеть. Для этого есть зажиматель колец. Мы вставляем кольцо сначала в зажиматель, затем просовываем ногу, на ногу птицы и зажимаем кольцо. Зажиматель формирует относительно ровный правильный зажим, но вот конкретно эти кольца, которые я держу, поскольку они старого образца, они требуют поворота и поджима еще дополнительного. И вот смотрите, как красиво и ровненько зажато кольцо зажимателем. Прям красота, без щелей, без всего. Каждая освобожденная птичка вылетает вот отсюда, из этого конуса. И если окошечко открыто, такая маленькая традиция, значит кольцевание идет. Когда сети сняты, приемники убраны, или дождь, или плохая погода, окошечко закрыто, это значит домик проверен, птички никакие ни в мешочках, ни в садках не забыты, а кольцевателя там нет, и все, можно уже сюда на этот день не возвращаться. Смех смехом, но немаловажный инструмент, который помогает нам справляться с кольцеванием, это туалетная бумага. Потому что птицы не стесняются выражать свое мнение о всем происходящем. И делают это прямо на суперважные научные данные. А также на кольцевателей, на руки, на штаны, на все что угодно. Поэтому рулон туалетной бумаги наш неизменный спутник. И по тому, насколько грязные ведомости разных серий, можно понять, какие птицы самые активно выражающие свое мнение. Те, кто работал с птицами, сразу скажут, что это дрозды и скворцы, особенно молодые. Поэтому ведомость с кольцами Т всегда самая разноцветная. Особенно по осени, когда дрозды начинают есть ягоды активно, во второй половине лета и осенью. Все цвета черники, брусники, рябины присутствует на наших ведомостях. Давайте я скажу именно про волонтерство в Нижнесветском заповеднике, что это вообще такое и зачем к нам люди едут. А волонтерство в Нижнесветском заповеднике в основном проводится на Ладожской орнитологической станции. А это место, где изучают кольцуют птиц, и все, кто приезжает к нам в качестве помощников, могут прикоснуться, можно сказать, к миру пернатых вот, собственноручно. Поэтому не обязательно быть биологом, можно быть художником, программистом, кем угодно. Всему научат, все покажут. Наверное, это главная такая причина, почему очень многие добровольные помощники, как их сейчас принято называть, предпочитают приехать именно в наш заповедник, а не куда-то еще, потому что в большинстве мест волонтерская работа направлена только на хоздеятельность, а здесь идет, помимо хозяйственной работы, еще и участие в научных исследованиях. Таким же волонтером, собственно, приехала я сюда первый раз в 2017 году,
просто увидела объявление в интернете, да, решила попробовать, поскольку всегда интересовалась птицами. Ну, приехала, затянула меня это. Начались постоянные поездки на Ладожскую станцию на 2 недели, на 3 недели, иногда на месяц. И вот так вот в течение 3 лет помогала. И в прошлом году уже было принято решение устроиться в заповедник и работать официально, потому что, ну, сколько можно уже ездить просто так. Ну, а сейчас я занимаю должность старшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды, и моя работа, конечно, направлена не на изучение птиц, но в любом случае любая работа в заповеднике – это помощь заповеднику. А как вы думаете, что вот такая деятельность, которой вы сейчас занимаетесь, это прям на всю жизнь может быть? Я думаю, что да, потому что я, в принципе, где-то с 5 класса уже хотела идти работать в заповедник, но, к сожалению, наша жизнь не всегда поворачивается сразу к нам так, как мы хотим. Поэтому, да, прошел период работы в банке, в рекламном агентстве и тому подобного, а потом просто в какой-то момент все, хватит это терпеть, уехала волонтером. Ну и потом уже не смогла остановиться. То есть вернуться вот в эту городскую среду уже не захотелось. Потихонечку так меня заповедник затянул. Черные дрозды. Дрозд? Да, черный. Ну, это выводок уже этого года. Кабанчики? Ну, видимо, да. Ну, барсук еще иногда так вставляет такие небольшие дырочки. Вот сейчас мы идем по месту, где располагалась старая дорога. Она шла вдоль речки до Карелии. Тут всего лишь 4 километра. Вот. И сколько ее помнят старожилы, она по ней за последние 50 лет проехали только один раз. Называется она «Грязная дорога». Раньше это была вот одна из ветвей дороги из Оланца в Петербург, ну, там, в 19 веке. Так, осторожно, тут везде норы, можно провалиться. По таким звериным тропам не всегда удобно ходить. Бывает, что она хорошо утоптана, идешь, все замечательно, и потом упираешься в какую-нибудь стену ельника молодого. Оказывается, что только внизу там проход для кабанов есть. Это вот тоже чесальное дерево, только кабаньи. Другие звери пока еще к нему не подходили. Они где-то выкупались в грязи и потом почесались, чтобы избавиться от грязи и от эктопаразитов. Говорят, кабан самое чистоплотное животное. Вполне возможно, но вот если где-то в районе, не знаю, метрах 100 от тебя прошло стадо кабанов, то ощущается стойкий запах свинарника. Ну вот сама ловушка, вот, собственно, чесальное дерево. А мы увидим количество кадров, которые... Да, сейчас прямо на ней посмотрим. В принципе, здесь мы ставим открыто, потому что браконьеров у нас тут чужих людей не бывает, поэтому можно сильно не маскировать. Ну вот, можно посмотреть лось. Вот медведь. Вот это как раз 4 медвежонка. У нас было опубликовано, это очень редкое явление, особенно для... А когда это дота? Нет, это другое. 21 июня, просто я давно сюда не ходил. Вот барсук. Угу, ночная. Угу. Видите, он тоже обнюхивает это место. Так, здесь пусто. А это, видимо, кабан прошел, да, но не сработало. А, это лось. Тоже ночная. Да. А как месяц не снимала? Тут 16-е, но просто засветка от солнца. А, ну это уже... Ясно. Я не хочу оставлять ловушку без карты памяти, чтобы... Конечно. Вдруг самый ценный.
Ну вот само чесальное дерево, видите, вот этот медведь тут когтями все выдрал. Внизу чешутся кабаны обычно. Вот повезло дерево, да, выбрали его как чесальное. Да, но в конце концов они счешут его, да, дерево засыхает, и они бросают и находят новое, потому что оно уже перестает смолу выделять. А им важна именно смола? Да, 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 конечно, конечно. Так липкая, но зато, как, когда... А это медвежонок, у меня есть видео, где медвежонок залезал на это дерево. Именно на это? Да, да, да. С той ловушки видно? Да, и поэтому вот он оставил свои отпечатки. А сейчас покажу уже засохшее такое же чесальное дерево. Ну вот видите, они чесали, дерево засохло. Счесали, да, потому что уже все, сокодвижение нарушено. Чем звериная тропа от человеческой отличается? Потому что внизу, да, светло, то есть кабан, медведь даже пройдет. Ну, медведь там немножко спиной поднимет. Ну вот, да, дерево, вот ловушка. А, это чесалка? Да. Но она новая, поэтому возможно, что они не пользуются регулярно. Я узнаю этого человека в лице. Ой, сейчас я... У каждой фотоловушки свое управление, я иногда путаюсь. Нет, это барсук, барсук. Опять я, снова я. Больше ничего. Да, тут что-то всем плохо. О, вот. Ну видите, он не вошел полностью. Морда у него, конечно. О, вот и рожки еще. Рожки еще кожей лоски покрыты. Тут вообще не перелезть через эти буреломы. Ой, какая ой, такой медленный. Самец. Заметили. Вот, продолжение лося, и все, кабаны сюда не пришли. Но сейчас на самом деле... Вот где ты еще такой якорь? Да, вот здесь вообще такой широкий угол растянутый. Видите, сухо, и они все ушли куда-то, возможно, что ближе к Ладоге. Один способ отлова птиц – это большие стационарные ловушки, которых у нас максимально возможно 3 штуки на станции. А другой способ не такой щадящий по отношению к птицам, но гораздо более легкий для людей, которые с птицами работают. Да. Но точнее как, гораздо более легкий в плане установки. Мы с вами увидим, какие есть ограничения. Вот, это паутинные сети или путанки. То есть название пошло от слова запутываться. Паутинная сеть устроена таким образом, что есть определенные направляющие. Вот их может быть больше, их может быть меньше. Это те нити, которые я тут подтягиваю. Между ними натянута тонкая ячея. Диаметр может быть немножко разный для разных видов птиц. Но в любом случае она маленькая и тоненькая. И эта ячея сделана с запасом, она образует так называемые карманы, в которые птица при попадании падает и как бы лежит там просто. Правильно установленная путанка в подходящих погодных условиях. Она для птиц незаметна, и мы сейчас в этом убедимся с вами.
сегодня безветренно. Это прям идеальные условия для путанки, конечно. Боковины натянуты, направляющие при этом также натягиваются. И вот мы видим, что образуется такой карман. То есть сетка между направляющими провисает. Именно за счет этого, за счет этого запаса сети, птица может лететь, не видеть сеть, стукнуться в нее, сползти в карман и, шевелясь здесь, каким-то образом запутаться. А почему я сказала, что эта ловушка, этот способ отлова для исследователя проще? Потому что сравните конструкцию больших ловушек и вот этой вот сети. Здесь нам нужны буквально два шеста, чтобы натянуть сеть. И, в общем-то, и все, и можно дальше работать. Мы проверяем путанки достаточно часто, во избежание как раз различных казусов. Тем более сейчас гнездовой сезон, придем минут через 15, наверное. А в принципе, регламенты есть разные, до часа можно путанки не проверять, если совсем не хватает людских ресурсов, но у нас пока хватает. Так, идем обратно, забираем птичек. Так, идеально. Идеально. Так, мешочки ждут птиц. Мы тоже ждем птиц. Ставим их здесь. Чижи кричат. А чайки так сюда не залетают? Нет. На чайник была отдельная ловушка когда-то на земле стоящая с рыбной приманкой. И там в нее нужно было пешком заходить. И потом, ну, принципиально так же, обратно как бы утыкаясь в ложные стенки. Но такой был эксперимент. Ну все, классно, ждем теперь отловов. Друзья, сейчас 4:30 утра. У нас прекрасное солнечное утро на Ладожской станции. Что мы здесь делаем в такую рань? И почему орнитологи не могут поспать до обеда, а потом половить своих маленьких птиц? С удовольствием бы, но дело в том, что именно в раннеутренние часы, в момент незадолго до рассвета и сразу после рассвета, это период самого активного движения птиц. То есть это период, когда птицы либо, ну, чуть позже они будут уже конкретно мигрировать на довольно дальние дистанции, а сейчас они либо вылетают на поиски корма, либо вылетают на какие-то локальные перемещения. Но в любом случае самый пик активности сейчас в это время у нас будет с 5 до примерно 7 утра. А затем уже все снова стихнет, успокоится. И второй небольшой пик активности будет также в сумерках, но уже в вечерних. Именно поэтому мы привязаны ко времени рассвета. И ставим все сетки, ставим все ловушки вот в такой ранний час. Когда птица попала в путанку, первое, что мы должны сделать, определить, с какой стороны она в сеть залетела. Вот я сейчас открыла карман и сверху вижу брюшко птицы без сеточки. То есть это значит, что она залетела с этой стороны. Я могу теперь начать операцию по выпутыванию. Я освободила их хвост, потому что это было просто. Дальше, в принципе, можно действовать по ситуации. Конкретно у этой птицы ноги не запутаны, это хорошо. Можно приступать сразу к освобождению крыльев. Мы освободили одно крыло, и мы как рюкзачок сняли. Сняли, я сказала. Так, и мы как рюкзачок сняли, освободили второе крыло. Все. Наш мухоловочий ребенок готов к транспортировке в домик кольцевания. Вот так вот. Все у нас хорошо. Волшебница. Я только учусь. Так, пеструшечка. Путанка в дневнике 5:30 у нас с вами. 5:30. Молодежь. Юф. Отлично. Утро на утро не приходится. Иногда птиц много, иногда птиц мало. Но в целом я постаралась показать вам, как живут и работают орнитологи в центре заповедного леса. Так что, если вы надумываете связать свою жизнь с наукой,
пересмотрите выпуск еще раз, подумайте дважды, потому что если вы решите заниматься птицами, возможно, вам придется вставать в 4 утра, работать в дождь, ветер, в снег, в жару, в зной, нести ответственность за каждую птичку, которая бывает у вас в руках. Но, с другой стороны, если это вам по душе, приходите работать в орнитологию и заповедники нашей страны.